Доброго времени суток, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Сразу хочу напомнить, друзья, что это не инвестиционный совет, я просто делаю обзор данного проекта, а решение об инвестиции принимать вам. Сегодня нашел для вас, как всегда, свежий и интересный проект, который называется ZDLUX Token. Токен TDT. Сейчас, ребята, только происходит запуск проекта, но на мой взгляд, через некоторое время он должен выстрелить, друзья. Цена этой криптовалюты сейчас копейки, но стоит она гораздо дороже. Также, ребят, на мой взгляд, те, кто собирается инвестировать в этот проект сейчас, получат отличную прибыль в январе 2022 года. Также, друзья, важный момент. Листинг, друзья, на PancakeSwap состоится 26 декабря в 7 утра по британскому времени. Итак, друзья, давайте быстренько пробежимся по сайту данного проекта. Видим, как обычно, сверху вкладочки для более удобной навигации по проекту. Сразу у нас есть ссылочка на белую бумагу, друзья. Вот так она выглядит, очень информативная. Все ссылочки я, как обычно, оставлю в описании. TDT – это протокол DeFi, созданный для обеспечения трансграничных коммерческих транзакций. Система позволяет трейдерам и получателям платежей отправлять деньги через децентрализованную сеть своим клиентам или инвесторам на других территориях. Также давайте пробежимся по функциям. TDT будет распределять всю прибыль от других инвестиций между их держателями, запустив стейкинг. Также есть свапка фиата, возможность обменивать фиатные деньги на криптовалюту и наоборот, или отправлять фиатные деньги через границу с помощью DeFi. TDT будет инвестировать в реальные товары, такие как золото и серебро, чтобы генерировать средства для развития базы TDT. TDT запустит собственный кошелек, чтобы обезопасить средства и упростить транзакции. Это приводит к дополнительной экономии комиссии, возможность перевода микро и крупных денежных средств через границу с помощью криптобиржи TDT. Также ниже мы видим токеномику данного проекта. Видим, что Total Supply составляет 200 миллионов монет и сжигание составит 50% от общего количества. Также здесь указан адрес контракта, а более подробно токеномика отражена в белой бумаге. Сейчас покажу ее вам. 50% сожгут, 10% пойдет на маркетинг, 10% на инвестиции, 10% на обмен, 10% airdrop, 5% команде и 5% на благотворительность, друзья. TDT запускается самой надежной и опытной командой INPA. Как известно, они вовремя выполняют взятые на себя обязательства. TDT – это протокол DeFi, созданный для обеспечения трансграничных коммерческих транзакций. Система позволяет трейдерам и получателям отправлять деньги через децентрализованную сеть получателям на других территориях. Он сочетает в себе атрибуты золотого стандарта, универсальность и децентрализацию биткоина и атрибуты доверия фиатной валюты. TDT здесь не для того, чтобы разрушить текущую денежную систему, а для того, чтобы улучшить ее и сделать транзакции намного лучше. TDT предоставляет вам более быструю и недорогую альтернативу платформам для денежных переводов за счет использование TDT, что исключает дорогостоящие сборы, комиссию за переводы, время транзакций и нестабильность за счет использования децентрализованной стабильной валютной сети для выполнения переводов без границ. Также ниже у нас изображена дорожная карта. Видим, что первая фаза уже пройдена. Это дизайн логотипа, страницы в социальных сетях, запуск веб-сайта. Разблокированный список сжигания токенов на 5 лет на PancakeSwap. Дальше нас ждет еще 3 фазы. Это логотип, контракт отказа от проверки BSC на airdrop и Bounty Events на кошельке Trust. Кошелек и биржа инициализированы. Третья фаза – это маркетинговая кампания. На четвертой фазе нас ждет своп TDT на веб-сайте, мобильный кошелек, а также листинг на CoinMarketCap. Также, друзья, команда данного проекта обещает нам аудиторский отчет через месяц после запуска. Также внизу
Есть ссылки на социальные сети данного проекта. Также, друзья, предлагаю перейти на BSC-скан, чтобы посмотреть количество холдеров. Видим Total Supply 200 миллионов. И видим, что холдеров уже чуть больше 1000. Видим, что транзакции происходят. И их достаточно много, друзья. И это хорошо. Также давайте пройдемся по социальным сетям данного проекта. Давайте посмотрим, что у них в Твиттере. Видим, что уже чуть больше 2500 читателей. Видим, что команда постоянно публикует все самые свежие и актуальные новости по проекту. Это очень хорошо, друзья. Такую же ситуацию мы наблюдаем и в Facebook. Также команда проекта постоянно постит новости. Также, друзья, у проекта есть страничка в Инстаграме, где тоже большое количество подписчиков и публикаций. Также, друзья, у данного проекта есть своя Telegram-группа, которая насчитывает почти 5000 пользователей, где, я думаю, вы сможете задать все интересующие вас вопросы, и команда проекта быстро ответит вам на них, что также очень удобно, друзья. Что ж, вот такой проект нашел для вас сегодня. Мне он показался достаточно интересным. Но опять же напоминаю, друзья, что это не инвестиционный совет. Я просто делаю обзор данного проекта, а решение об инвестиции принимать вам. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. Всем пока-пока!